7 канала. Информационные итоги недели, которую вместе с вами подведу я, Елена Крылатова. Здравствуйте. Ночная перестрелка на трассе здоровья. Тяжелые ранения получили два милиционера. Один из них скончался в военном госпитале. Второй жив и сейчас находится в реанимации. Преступник, по предварительным данным, также получил пулю, но все же сумел скрыться. Его разыскивают. Подробности в следующем сюжете. Выстрелы прозвучали около 10 часов вечера. Двое милиционеров патрулировали трассу здоровья недалеко от Аркадии. Правоохранители пытались проверить документы у прохожего, однако незнакомец открыл по ним огонь, ранив обоих. Сотрудники были доставлены в медучреждение, один из которых старший лейтенант милиции, не приходя в сознание, умер в больнице. Погибшего милиционера звали Роман Труфкин. Старшему лейтенанту было 30 лет, у него осталась беременная жена. Второй раненый сейчас под присмотром врачей. Его жизни уже ничего не угрожает, однако милиционер остается в реанимации. Доставлен в 22 часа вечера, 26 числа, с огнестрельным ранением в область паха, с повреждением мочевого пузыря. Рана была ушита, сейчас он находится в реанимационном отделении, состояние стабильно тяжелое. Но с тенденцией к улучшению. Стрелок бросил на месте событий патроны и свое оружие. Преступник стрелял из боевого пистолета ТТ. В милиции уже готов фоторобот стрелка. Мужчине 35-40 лет, он среднего роста. Одет был в серую футболку, черную куртку и темные брюки. По одной из версий, от милиции он скрылся на автомобиле BMW с литовскими номерами. Кроме того, преступник может быть ранен. Правоохранителям удалось подстрелить его ответным огнем. Константин Га, Константин Длужневский, 7 канал. В начале этой недели Одессу посетил глава Верховной Рады Украины Владимир Гройсман. Практически весь визит был посвящен децентрализации и реформам. Подробности встреч с общественностью и представителями местного самоуправления смотрите далее. Украинский муниципальный форум проходит уже в 11-й раз. Вместе с представителями местного самоуправления из разных регионов Украины в этом году в Одессу приехал глава Верховной Рады Владимир Гройсман. В рамках форума прошел день диалога с правительством. Говорили в основном о реформах и децентрализации. Я переконаний глибоко в тому, що це є ключова реформа, реформа місцевого самоврядування, яка дозволить врешті-решт побудувати належну систему врядування в країні. Помимо реформ адміністративних, на форумі затронули реформи іного характеру. Треба більше порядку, треба побороти корупцію, треба забрати з вулиць людей, які гейби ходять, захищають інтереси, але вони лякають туристів. Коли ми бачимо, знаєте, людей там в масках, ну чого ховатися людині, яка є гідною. Обсудили проект змінень Конституції України і то, як органам місцевого самоуправління взаємодіяти з парламентом. І зрозуміло, що перш за все ми заклали такі фундаменти, що будь-які зміни в законодавство, в першу чергу Конституції, повинні будуватися на засадах Європейської хартії місцевого самоврядування. После форума Владимир Гройсман принял участие в траурной церемонии возложения цветов к памятнику неизвестному матросу. А ближе к вечеру встретился с общественностью во дворе литературного музея. Так, по мнению главы Верховной Рады, в результате реформ должна быть налажена обоюдная связь между властью и конструктивной общественностью. Администрации будут ликвидированы, на место администрации пройдут исполкомы, которые будут избирать, а вот на место администрации придут префектуры, которые будут иметь контрольно-наблюдательные координирующие функции, которые смогут по обращению граждан реагировать, останавливать решения и с одновременно обращением в суд. То есть власть должна быть сбалансирована и уравновешена. Тогда она будет эффективна. А уже через два дня после визита Гройсмана в Одессу со второй попытки Одесский облсовет таки сделал первый шаг к административной реформе. Приняли стратегический план объединения громад. 21 новая громада объединит 77 советов и 196 населенных пунктов. Количество проживающих – 220 тысяч человек. По словам главы облсовета Михаила Шмушковича, объединений может быть и больше. Я абсолютно уверен, что сейчас назначена администрация и будет сформирована ветвь, громад было бы намного больше, просто потому что есть, скажем так, сигналы о том, что есть желание объединяться в громады, в том числе и на юге, но на местах, в том числе районными властями, это желание, скажем так, тушится. Вопрос расширения Одессы за счет присоединения соседних населенных пунктов пока остается открытым. Александр Полуев, Анна Грынев, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.
«Хочу в Одессу». На Приморском бульваре открылся второй по счету одесский фестиваль фестивалей. Представители сразу 23 культурных событий одновременно прошли от Думской площади до памятника Дюку. Что ждет одесситов и гостей города, на что и где можно посмотреть и в чем принять участие, знает Олеся Повар. Циркачи, велосипедисты, невесты и даже шотландцы. Все они собрались на парад фестивалей. После этого события каждый точно скажет «хочу в Одессу». Колонна из участников с танцами и песнями по Приморскому бульвару направляется к памятнику Дюку. Там их уже поджидают любопытные зрители. Фестиваль фестивалей «Хочу в Одессу» проходит уже во второй раз. В этом году участников и зрителей еще больше. Спортсмены, танцоры, музыканты, художники, любители вкусно поесть и посмотреть хорошее кино. Они анонсируют все самые интересные события, которые проходят или еще только будут проходить в Одессе. 9 по 18 июля во время Одесского международного кинофестиваля знаменитая Потемкинская лестница. Очень нравится, очень хорошо. Спасибо организаторам. Ну, конечно, для меня, как для мужчины, байкеры с невестами понравились очень. Ребенку понравился «Зеленый театр». Каждый из зрителей в этом калейдоскопе культурных событий может найти то, что близко именно ему. Всех и одесситов, и гостей объединяет одно – любовь к городу и искусству. А Одесса, конечно, отвечает им взаимностью и ждет на фестивалях круглый год. Надев слинги, вы молодая мама, это не только вам не мешает, это даже дает вам возможность танцевать вместе со своим малышом. Мы собираемся в парке, просто те, кто рядом живут, с подстилками, детей на подстилке, чай и танцуем каждый день. Свое удовольствие на самом деле. Фестиваль фестивалей «Хочу в Одессу» уже традиционно рекламировали не только в Одессе, но и в других городах Украины. Поэтому ждут много гостей. По словам организаторов, на время фестивальных мероприятий уже проблематично снять номер в гостинице или арендовать квартиру. Все культурные события Одессы на ближайшие дни и недели, а их набрался не один и даже не два десятка, оргкомитет собрал в единый календарь. Так что не верьте, если скажут, что в Одессе нечего смотреть. Всего в нашем календаре более 200 событий, 200 фестивалей, какие-то больше, какие-то меньше, и каждый год с этого года теперь мы будем проводить парад фестивалей, который будет анонсировать эти все события и демонстрировать и гостям, и самим одесситам, что в Одессе есть что делать круглый год. С расписанием фестивалей вы можете ознакомиться на сайте города и выбрать то мероприятие, которое непременно захочется посетить. Олеся Повар, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. В Разделянском районе двух врачей подозревают в том, что из-за них погибла беременная пациентка. Женщине было 23 года. К медикам она обратилась с температурой, а меньше чем за сутки умерла от сепсиса. Теперь врачам инкриминируют ненадлежащее исполнение их обязанностей. Мамочка, я когда рожу ребеночка, я у вас буду месяца три или полгода. Я говорю, конечно будешь, Аннушка, а как же, а дальше ты должна же будет не у мамы и папы. Родители Анны Магеры перебирают фото погибшей дочери. Девушке было 23 года, она преподавала музыку в Раздельнянской школе. Анна была на 4-м месяце беременности, когда обратилась к местным врачам с температурой. Помахала мне вот так и говорит, мама, мне сейчас вот давление немножко упадет, поднимется, и кого-то ко мне из вас запустят. Так. Мы к ней вот только так вот сильно видели, она помахала вот так рукой и все. Медики начали лечить Анну от отравления. Когда это не помогло, пациентку якобы оставили умирать. Об этом рассказывают родственники девушки. С часу ночи находилась здесь. Дежурный врач находился с этой стороны, тоже соседний кабинет. То есть он за ночь, в принципе, за 8 часов своего нахождения здесь, как лечащий врач, как дежурный врач, ни разу к ней не подошел, она умирала. В конце концов, к умирающей вызвали врачей из Одессы. Они провели срочную операцию, но было поздно. Беременная умерла от сепсиса. Вопрос в том, почему наши врачи ничего не делали. Понимаете, хирурги, гинекологи и так далее. Почему они не спасали, они что же видели эту ситуацию, если не, скажем так, врачи? Их вот эта халатность и, может быть, я не знаю, некомпетентность или боязнь принять решение самостоятельно делать операцию. Вот это привело к таким последствиям. В больнице ничего криминального в действиях своих сотрудников не видят. Медики и дальше работают на прежних местах, а телекамеры их откровенно прячут. Да, он на смене. Ну, а его нет в отделении. Ну, я что, за ним слежу? Такой. Идите в приемный покой и спрашивайте, где он может быть. Ну, представьтесь, пожалуйста, старая медсестра. Как вас зовут, ваша фамилия?
Какая разница, как меня зовут? Все. А вот в прокуратуре начали уголовное производство в отношении гинеколога местной больницы и дежурного врача. Обоим уже объявили о подозрении. Правоохранители рассказывают, кроме ненадлежащего исполнения обязанностей, медики еще и скрывали улики. Лікарі намагалися скрити від нас факти вказаного злочину, але ж прокуратура району своєчасно спрацювала на вказаному напрямку. Слідчими вилучені всі необхідні медичні документи, проведена комплексна судово-медична експертиза. Дві підозри нами вже підписано та дві особи нами вже притягуються до кримінальної відповідальності. Родственники Анны надеются, что дело дойдет до суда. Суровый приговор врачам не грозит, но суд, по крайней мере, может отобрать их лицензии или отправить в колонию поселения на 2 года. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал. Четверть века в забвении. Старая синагога под Пересыпским мостом, где когда-то располагался религиозный еврейский центр, разрушается на глазах. После обвала в начале 90-х здание на Адаре оказалось заброшенным. Что осталось от культового здания и какие ценности уцелели в его стенах, выясняла наш корреспондент Юлия Федорова. Здание синагоги находится за бетонным забором. Здесь колючая проволока и крепкие ворота. За ними охрана. Чтобы попасть сюда, нужно разрешение раввина и ключи, которые есть только в еврейской общине. Сегодня они в наших руках. Здание такое полуразрушенное, я не боюсь. Исследователь-архивист Игорь Комаровский уверенно переступает порог разрушенного здания. Здесь он бывал не раз и хорошо знает, куда стоит идти, а куда нет. На стене в большом зале сохранилось полотно с изображением религиозных символов. Здесь же остатки Арона Кодыш, ковчега для хранения свитков Торы. В углу печное отопление. В центре зала огромная люстра и расписанные потолки. Все это сохранилось с конца 19 века. Нам еще повезло, что вот, слава богу, есть часть, которая уцелела до сегодняшнего дня. На стене висит цедака – деревянный ящик для сбора денег, который прихожане оставляли на нужды еврейской общины. Это та, скажем так, коробочка, куда кладут пожертвования на общину. И что там? Я думаю, что вы там не увидите того, что хотелось бы. В пыльных комнатах разбросаны пожелтевшие от времени талмуды и другие религиозные книги, изданные в Иерусалиме. Письменный стол, шкаф и стеллажи со свечами. Все так, как будто еще вчера здесь кто-то находился и занимался будничными делами. Здесь стоял сейф, когда я был в прошлом. Даже остаток. Можете взглянуть. А вот и уникальная находка – бат-мицва, свидетельство религиозного совершеннолетия в иудаизме. Вы, наверное, еще такого не видели, и, кстати, я тоже. Это пример документа, который выдавался детям, девочкам, когда они достигают совершеннолетия. Среди завалов находим с десяток листовок, буклетов, протоколов заседаний общины. Есть ведомости о приеме на работу. Здесь все данные о сотрудниках, начиная с адреса проживания и заканчивая зарплатной сметой. У Кантера даже было больше зарплаты, чем у Равина. Кстати, вот 350. Я сравниваю, кто 250 с 350. Деньги на строительство синагоги собирали сами одесситы. Полвека она была молельной только для низов иудейского населения, в основном портовых грузчиков и бендюжников. И уже потом стала центром религиозной жизни всей еврейской общины. С самого начала 50-х до, пожалуй, конца 80-х она была единственной действующей синагогой в Одессе. Одессит Владимир Барац был прихожанином синагоги на Адаре. В тот день, когда произошло обрушение, он чудом не оказался под завалами. Я туда ушел где-то в 1:30, а произошло это вроде бы через 2 часа. После того, что я покинул синагогу, что я хочу подчеркнуть, что жертв человеческих не было никаких. Владимир говорит, тогда на Пересып съехалось полгорода. Люди голыми руками разгребали завалы. Свитки Торы не пострадали, но от молитвенного зала остались одни руины. Все было засыпано осколками камня, и среди этих осколков были и ритуальные принадлежности, и книги, молитвенники.
Это вывеска библиотеки, которая располагалась в этом здании. Владимир нашел ее в завалах и подарил музею евреев Одессы на Нежинской. Сотрудник музея Владимир Чаплин вносит стопку уникальных фотографий. Это праздники, богослужения и благотворительные акции, которые проводились в синагоге на Адаре. Мне очень нравятся вот головные уборы. Вот они очень были такие, ну, как сказать, местные, региональные. И у нас даже есть несколько вот таких голов. У меня есть такой Штраймл, да? Только меховая опушка для него пришла в негодность, а сердцевинка сохранилась. Mm-hmm. На праздники перед шаббатом зажигали свечи. Да, две свечи горят. А вот непосредственно чтение Торы. Сегодня помещение принадлежит еврейской общине. Члены организации много раз поднимали вопрос о спасении дома, который вполне может претендовать на статус памятника архитектуры. Но денег на восстановление они могут найти уже почти 25 лет. Тем временем здание синагоги обрушается дальше. Юлия Федорова, Сергей Чумаков, 7 канал. Цены на авиатопливо в Одессе примерно в два раза выше, чем в Киеве. Представители Одесского отделения антимонопольного комитета объяснили это тем, что некоторые компании злоупотребляют монопольным положением и ведут антиконкурентные действия. Подробнее о том, кто же все-таки играл не по правилам рынка, в нашей постоянной рубрике «Одесса в цифрах». Одесское отделение антимонопольного комитета Украины обнаружило ряд нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. В ноябре прошлого года компания «Лукойл Авиэйшн Украина» продавала авиатопливо и заправляла самолеты в международном аэропорту Одесса по ценам до 36% выше установленных другими участниками рынка в других аэропортах Украины. Уже в феврале 2015-го разница цен «Лукойл Авиэйшн Украина» по сравнению с другими компаниями достигла от 24% до 76% для внутренних рейсов и до 148% для международных. По данному факту открыто производство за завышение цен на топливо. Представители антимонопольного комитета Украины в Одессе начали 6 производств по завышению цен на рынке дистоплива во время посевной. В нарушении подозреваются компании «Болград Авиа», «Свитал», «Фараон 12», «Успех» и «Греча», а также физлица на АЗС в Любашовском районе. Признаки нарушения ответчиками заключаются в необоснованном повышении цены на дизельное топливо в феврале-марте 2015 года. Если в начале февраля цена литра колебалась от 16 гривен 20 копеек до 17 гривен 49 копеек, то к началу марта литр топлива стоил уже от 26 гривен 50 копеек до 29 гривен 90 копеек. Ответчики в период весенне-полевых работ увеличили цену реализации дизельного топлива на 69,9%. В комитете заявляют, что за злоупотребление монопольным положением предусмотрено наложение штрафа в размере до 10% дохода субъекта хозяйствования от реализации товара за последний отчетный год. Гроссмейстеры обеспокоены шахматным будущим Одессы. Спрос на этот вид спорта становится все более популярным, но школ, в которых воспитывали бы конкурентоспособных шахматистов, в городе мало. Былую славу шахматной столицы Украины хочет вернуть Одессе наша землячка, двукратная чемпионка Европы Наталья Жукова. Подробности у Татьяны Милинко. Опа-на. Или что он же... Опа-на, приветики. Приветики. Я так и хотел приняться через ами. Привет. Два друга, Денис и Олег, шахматисты. Эта игра захватила их интерес с первой партии. Я играю в шахматы уже год 4,5 лет. Я играю в шахматы почти каждый день. Игра в шахматы заканчивается, когда черные или белые делают мат королю. Парадокс, но именно шахматы, игра, в которой нужна усидчивость и внимание, интересна детям в возрасте непосед 4-6 лет. Это один из клубов, в котором занимаются малыши такого возраста. Пошел по прямой, напал на короля. Шах! У каждого есть любимая фигура. Король, да. Ферзь. Она может ходить куда хочет. Слон. Слон? Да. А почему слон? Потому что это мои любимые животные. В Одессе таких клубов не больше десятка, и посещаемость в них отличная. Маленькие шахматисты играют увлеченно. Как сами признаются, они выбрали этот вид спорта, потому что хотят быть умными. Так все и было.
А это двукратная чемпионка Европы по шахматам, гордость Украины, одесситка Наталья Жукова. Начинала она играть в таком же возрасте, как и эти малыши. Две недели назад Наталья получила высокий титул во второй раз. Уникальность события в том, что предыдущая победа была 15 лет назад. Была молоденькая девочка, это победила грандов известных, это там Майя Чебурданидзе, Нонуга Приндашвили. Это было очень необычно, и тогда это было, ну, в общем, так громко это прошло, что вот девушка в 20 лет там. Наталья много путешествует, говорит, за границей шахматные школы развиваются. Одесские же шахматы переживают не лучший период. И у меня очень болит сердце за одесские шахматы, видя опыт других городов. Вы не представляете, например, в Москве, сколько, то есть там в каждом районе все эти открытые и в основном частным образом. Поэтому есть мысль как-то помочь в этом плане. Всего пару десятилетий назад Одесса считалась центром шахмат Украины. Действительно, проводили чемпионаты Украины, проводился матч СССР Югославия, проводился матч Петросян-Корчиной, матч претендентов. Но опять же, немножко другая политика, немножко другое отношение к шахматам были. Сейчас, ну, шахматы, конечно, в последнем случае в Одессе, ну, не скажу, что на последнем месте, но в последнем случае не на первом 100%. Один из вариантов развить шахматный спорт в Одессе, по мнению чемпионки, создать частные школы. Но и государственные должны быть на соответствующем уровне. Нужны инвестиции. Должны быть школы разноплановые, и педагоги должны быть. Одно дело заниматься там с дошкольниками, другое дело со школьниками и уже разрядниками. То есть все это абсолютно разные должны быть подходы и занятия. Поэтому спрашивают, звонят, особенно знакомые очень много. Ну вот куда? Я говорю, хорошо, говорю, ждите. Сейчас чемпионка Европы продумывает стратегию развития черно-белого спорта в Одессе и ищет партнеров для своего благородного дела. Я вообще оптимист по жизни, поэтому хочется надеяться, что все у нас получится путем совместных усилий. Тем временем Олежка и Дениска доигрывают партию. О том, что в будущем они должны будут получать шахматный разряд, принимать участие в конкурсах, пока не задумываются, но твердо решили – станут гроссмейстерами. И если у Натальи и ее единомышленников все получится, возможно, именно эти ребята продолжат славную шахматную традицию нашего города. Шахматы – это умная игра. И она тренирует мозг. Татьяна Белимко, Константин Лужневский, Кристина Кондратьева, Дмитрий Бондаренко. 7 канал. Это была вся информация в этом выпуске. Команда «Итогов» желает вам только положительных эмоций. Оставайтесь 7-м и думайте о мире.